В Казахстане началась кампания по вакцинации против гриппа. По словам врачей, именно прививка помогает организму бороться с различными вирусами. Ежегодно в стране регистрируется около 4 миллионов случаев вирусной инфекции, большая часть из которых приходится на детей до 14 лет. В связи с этим усилены дезинфекционные мероприятия в общественных местах. Управление здравоохранения региона закупило 160 тысяч доз вакцины «Гриппол Плюс» российского производства. Эффект от прививки сохраняется до года. Стоит отметить, что иммунизация населения проводится на добровольной основе. Эксперты напоминают, вакцинация и соблюдение мер предосторожности – наиболее эффективные способы избежать заболевания. В области у нас начата вакцинация против гриппа. В настоящее время управление здравоохранения закуплено 160 тысяч доз. Развернуты у нас, значит, пункты, прививочные пункты. Это у нас в области 305, в которых будет проводиться вакцинация против гриппа. Подлежит вакцинации, это у нас беременная женщина от 16 недель беременности, дети 6 месяцев и дети, часто болеющие, медицинские работники, лица, имеющие хронические заболевания, и лица пожилого возраста, это 65 и старше. Чтобы защитить себя и окружающих от вируса, важно соблюдать следующие меры предосторожности. Чаще мыть руки с мылом и водой или использовать дезинфицирующие средства. Носить маску в общественных местах, особенно в закрытых помещениях. Обеспечить хорошую вентиляцию в помещениях, особенно в школах и других местах с большим скоплением людей. Регулярно открывать окна и проветривать помещения. Также проверять работоспособность систем вентиляции. Делать ежедневную уборку в помещениях, особенно в местах общего пользования, и использовать дезинфицирующие средства. Соблюдение этих простых правил может снизить риск распространения вирусов и обеспечить безопасность всех граждан.